мир! Харьков за мир! Нет войне! Нет войне! Нет войне! С мирными лозунгами и призывами «Нет войне» 15 харьковчан пришли под российское консульство на митинг. Их пикет немногочисленный, но они говорят, не стремились к массовости. Пришли просто потому, что хотят выразить свою позицию. На нервах прошли выходные, нету сна, нету покоя. И просто вчера пришла мысль о том, что возмущаться и болеть, как за футбольный матч перед экраном телевизора, это не самое лучшее действие. Поэтому решил организовать друзей, знакомых, всех желающих, кто захочет прийти и высказать свое пожелание мира и свой протест против военных планов Кремля. Участники пикета утверждают, они свободно на работе и вне ее общаются на русском языке. И с украинскими коллегами или соседями тоже. В любом случае, вопросы языкового или национального ли характера не могут быть предлогом к оккупации. Более того, в Харькове это всем известно. Проблем с языком, я вот уже говорил, ее не существует в принципе. Ее вообще в принципе не существует, да. И были недавно и во Львове были, где-то перед Новым годом. Абсолютно все мирно, толерантно, и нету этой проблемы, это надуманная проблема. Это знают все на самом деле. К митингующим из российского консульства никто не вышел. Постояв полчаса, люди свободно разошлись. Наталья Белокудрия, агентство телевидения «Новости».